ё-моё. Я тебе туда стану. Бутеры там. Вырезать и вырезать. Так, это чё? Чё, твоя? Да. Да, я не понимаю, да. Москва, река, Дубна! Дубна приехал на соревнования, готовится, подготовка. Ой, подготовка. Приехали компания из Дубны. 5 человек. В эту субботу будут соревнования «Золотая рыбка», зимний этап Кулакова. Вот сбросили зимний уровень, походу, говорят. Сейчас будем пробовать ловить окушка. Да ладно. Давай такого судака сфоткаем. Давай такого судака сфоткаем. Сорок есть? Биг фиш. Что, знаешь, как Санёк? С ударом прям сильно. Офигеть, реально, ох, опай. У меня... Две поклевки был, походу, тоже. Да, в основном, что он то присел, то встал. Да, полюбас. Ну там малька много. Пиздец. Сергей Константинович, уже и судака поймали без тебя. Давай, давай, давай! Рыба! Давай, давай, давай! О, щука! Лещ! Да погрел, блядь! Хыщ! Серёг, так. Я уже поймал. Серёг, судака уже поймал. Бля. Братья-близнецы. Давай, поцелуемся. За 30 лет. Блядь, ну цвет похож, не? Потом я тебе скажу. Я тебе даже скажу. Давай, пока. Сергей Константинович. Все нормально. А ты даже не угадаешь. Смотрим? Да? Я сейчас вспоминал цвета, full gumpack. Ага. У меня нет full gumpack. Что-то я вообще не понимаю, что это там за плавники. Я знаю, что она стопуда будет сейчас. Рак? Рак. Рашкрау. Ты-ды-ды-ды, ты-ды-ды-ды, Москва-река. Вот это окуняра. С днем рождения! Ток-то токунь далеко. Блин, ну слушай, есть 32, я думаю. Да, здесь есть, есть, как можно даже не мерить. Да, это не тоже есть. Ну давайте померяем.
Я думаю, 32 как раз. Не умеешь. Так. Тяните. Блин, это кажется маленькая, но вытянутая длинная. Да, блин, 35. Почти. 40. 38. Я грузил. Чисто. Со льда, который, да, Антох? Сейчас вот меня клюнуло, слышь? Сейчас клюнет меня, как я из коряги буду вытаскивать, просто тыщ! А сколько прям плывет? Один. Обрез! Три с половой, только поставил, сразу бахнул. Рачка. В домике. Тут шахта, да? Рачок не только у тебя уже работает, да? Мостишь, что ли? А, crazy fish. Ну, все crazy fish. Шапка не crazy fish. Ага. Победа. Фиш, пока. Вообще просто метр от берега, да? Ты чё? Блин, побойся моего этого. Нервных клеток моих. Окунь. Хороший. Макварика. На что ловишь? На резину. Так, ну уже все запечатлили, как говорится. Конечно, фоткаю. Вот я здесь берша поймал. Петр. Выдираешь. Камера, мотор, окунь, поклев. Антох. Антох, взаимно, Антох. Один. Сергей Константинович, вы сможете запечатлеть себе исторический момент? Thank you.
Москва, река. Над водой? Ну, блин. Слушай, блин, ну таких красавцев только ловить и ловить. Большую паузу, пацаны, прям большая пауза. Реально, секунд, наверное, 8 прошло. 3-4. Не, куда я ушел? У меня вон там место. Я ж там поймал. Я еще одного оттуда вытащу. Отстрел, да? Щелчок такой, чтобы за кончик я бы обоссал. Естественно. Все в ногах. Горько, орал бесстыжий рыжий кот. Горько, горланил выпивший народ. Горько. Летела. Это кто? Поклевкой, это угорь.
поваляешь, не поешь. Серёг, захвати палку. Захвати палку. А? Вот и закончился наш выезд на Москва-реку.